Мир вам, дорогие братья и сестры. Нехай нас Бог благословит, чтобы мы крепче любили Бога в новом году, как в прошлом, и крепче ценили, сильнее ценили той великий дар спасения, который мы не заслужили, его Он нам подарував через Его любовь великую до нас. Старый год пролетел, как над речкой туман, а Новый год уже постучался. Год за годом проходят своим чередом. Скоро старость к тебе постучится. Как живешь ты, мой друг? О, скажи, как ты дни своей жизни считаешь? Или служишь ты Богу с открытой душой? Или все еще праздно гуляешь? Юних дней красоту посвятил ты Христу? Или праздно ты дни расточаешь? Как год новый решил ты прожить? Или спасение принять ты желаешь? Дни проходят, а годы друг друга сменяют. Время мчится, не ждет. Глаз Господень зовет, Он к спасению людей призывает. Ты, познавши Иисуса Христа и вступивши с Иисусом в союз, как исполнил ты в жизни обет, обещал ты служить Ему верно. Много доброго дела ты сделал, и лениво ты дома сидел. Много раз посетил ты больного, про него, может, вовсе забил. А за узников много молился, их в темнице сирой посещал, или сном ты духовным забился, даже некогда слово читать, а года все бегут. Что прожито, того не вернешь. Бог давно ожидает тебя, когда ты с плодами к Нему придешь. Юноши, девицы, отроки, старцы, будем трудиться на ниве Христа. Прочь равнодушие, ленивство, беспечность. Выйдем на Божию ниву, друзья. Что принесет Новый год, мы не знаем. Будем готовы на все и всегда. Твердо мы знаем, что Бог будет с нами. Он не оставит нас никогда. Если гонения встретят или скорби, или постигнет разлука порой, мы не забудем, друзья, дорогие, что и страдать нам здесь суждено. Только бы верным остаться Иисусу, чтобы нам всем устоять до конца. Будем же верны до самой могилы, ведь и в страданиях жизнь хороша. Аминь. Да благословит нас Господь.